Раскритиковавшая Россию актриса Лия Ахиджакова была внезапно снята с репертуара своего родного театра «Современник», в котором проработала больше 50 лет. Публицист Михаил Шахназаров в своем проекте «Абзац» раскрыл, что артистку никто не увольнял, а в театре ей до сих пор платят деньги. Как сообщает Стархит, Ахиджакова была снята с репертуара театра после многочисленных писем от россиян с просьбами к руководству «Современника» принять меры в отношении актрисы, обругавшей страну. Однако Шахназаров уверен, что на самом деле скандальную артистку не увольняли из театра. Более того, уволенная Ахиджакова продолжает получать зарплату в «Современнике», заявил публицист. В труппе театра «Современника» мне сообщили, что Лию Ахиджакову никто не увольнял из театра. Просто закрыли ее спектакль. Ей платят деньги, у нее есть ставка, рассказал Шахназаров. Он также добавил, что никогда не считал Лию Ахиджакову великой актрисой. По мнению публициста, ее просто раскрутили и пиарятся на этом. Ранее стало известно, что актриса Лия Ахиджакова, осудившая специальную операцию России на Украине, отказалась уезжать в США.